Вот мальчик, товарищ милиционер задержал. Но она другого нарушителя. И какое доверие к вам? Должности полковника. Твою мать. Ну, да, щи Даши посадят нахуй. На YouTube. И все. И номер. Мы как в зоопарке стоим. Нормально. А вот, говорю, щи Даши, ну и сядешь. Я только подошла, смотри, вот я молодой, например, это борьба, только без документов. Вот это борьба. Ты меня вот проверил. Алло, Мис. У нас здесь такая работа, у метро, вот тут бабушку взяли, вот, копейку, блин, добро пожаловать на YouTube. Ну, не Отпустите женщину! Ну и что, копейку попросил? Отпустите её! Вы нарушителей смотрите, но, а не бабулек поймали, надо же галочку поставить, да? Вы просто человек, он не хочет разговаривать. Мы её уже чуть ли не до смерти довели. Объясняйте теперь. Я тоже на пенсию выйду и тоже пойду. Может, человека нет, все упакуются.